Продолжается благоустройство Преображенского парка. Планируется отделить парк от спорткомплекса завода «Краяна». Зеленая зона станет территорией семейного отдыха. Заброшку уже очистили, дополнительно озеленили. Также здесь установят дополнительные лавочки, освещение и организуют детские площадки. Отдельное внимание уделяется благоустройству входа в зоопарк с территории Преображенского. В мэрии помнят, что парк по сути является первым христианским кладбищем. Поэтому городские чиновники планируют создать на территории зеленой зоны интерактивный музей памяти. Захоронены десятки тысяч одесситов. Захоронены люди известные, которые основывали наш город. Здесь будет создан мемориал истории Одессы. Мемориальный комплекс истории Одессы, в котором будут обозначены фамилии известных одесситов. Мы с этого начнем. В дальнейшем появится интерактивный музей истории Одессы, где, я думаю, что будут интересные собранные материалы, и это будет одним из еще одних туристических маршрутов.